Ну, кто ее знает. Джоник, друг пришел. Чуть-чуть разомнет. Косточки. Смотри. Хорошо играли. Молодцы. А у вас тоже порода? Цвергшнауцер называется. Вот, шнауцер, да? Да. Самый маленький из шнауцера. Это самый маленький? Потому да. Что нет, цверг. А он сантиметр 3-4 еще. Потому что водят вот таких. Это ризен шнауцер. Это ризен. Огромный. А средний серый ходит, это миттель. Вот здесь вот серый такой миттель. А этот цверг, самый маленький. Ну, такое и будет, наверное. Я ее встретила, она гуляет. Ну как, ну без скучно. Как хорошо они. Как они хорошо. Джоник доминирует. Ага. Сказать, что он... А сколько он весит? Килограмм 7,5-8. А, ну она ж 5. В общем, одна шерсть, как и у нашего. Нашего помоешь крыса крысой. Только эти самые ресницы в разлет. У него ресницы. Однажды вымыли зимой и да? Нет, уж любит. Ну, мы тоже постригли. Мы вот ему как раз 5 месяцев неделю назад было. Вот мы его постригли на 5 месяцев. Нет, вот Жуковского. Сколько там? Раз, два, три, четыре. В четвертом доме, в первом подъезде мужчина живет. О, вон еще какая красотка. А, вон какая. Ой! Ну все, с бантиком. Если тебя сейчас увидят, будешь играть. Ты Тобик. Тоби. Ой, маленькая. Ой, маленькая Ася, какая. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.